Йоу, друзья! Я столько раз был в Нижнем Новгороде и никогда не доходил до Кремля и ничего такого. Оказывается, здесь супер круто, вы не представляете вообще. Бля, мы стоим на огромной высоте, сейчас поднимались прям в гору просто. Рад, что в этом туре мы заехали и потратили немного времени, чтобы побывать в этих местах. Тут супер раздваивающийся мост. Наконец мы у Кремля. Блять, опять же, реально, столько раз я здесь был и никогда не был у Кремля. Город Нижний Новгород. Всегда классные концерты. А теперь еще и классные виды. Еще утром мы были в Саранске. Черт, люблю быть музыкантом. Просто чума веет истории, короче, от всего этого. Прикиньте, сколько выдержали всего эти стены. И сколько они уже стоят тут. Мы, короче, обошли огромный круг, но мы только что были вот там, вот начинали снимать. Там сейчас наши парни ждут шаурму. Мы ищем, как туда пройти. Вот тату-салон, за ним клуб Crazy Train, в котором мы сегодня играть будем. Честно, я вот смотрю в камеру, это ни капли не передает того, что здесь на самом деле, потому что тут просто, ну, бешеная высота. И у тебя все под ногами, как бы, огромный просто город, огромная река, пересечение, там, Оки с Волгой. Я, блин, как не пытаюсь заснять так, чтобы вы поняли, но не получается. Так что в очередной раз могу лишь сказать то, что я советую вам здесь побывать, потому что это того стоит. Я... Не знаю, как так получалось, что я пропускал все время мимо это все раньше. У нас спуск по супер стрёмной лестнице вниз. Вообще очень опасно держать камеру и спускаться так. Но я не мог не заснять для вас, друзья. Да, если что, лови меня. Вован, пойдем спасать Майка. Майк, ты тут? Короче, смотри, там крутилка посередине. Ее надо аккуратно повернуть до того состояния, пока она не начнет открывать дверь. Ну, я просто именно так сегодня вышел отсюда после 5 минут открывания. Оп! Класс! Мы спасли Майка! Какое-то предупреждение сделать, реально. А ты просто не надо туда ходить. Надо так и написать. Да. Ну, а туда можно было дать концерт оттуда, конечно. Естественная реверберация на вокале была бы. Ну, это классно, это же культовая история абсолютно. А на разогреве у нас Noise MC. Я начал заниматься музыкой, чтобы быть рок-звездой. И вот смотрите, блядь, это the next level, это прекрасный, блядь, лакшери. Это именно то, чего, блядь, все мечтают, эти безъядные, блядь, гранж-стены. На самом деле, да. Это же невозможно добиться, не занимаясь этим, понимаете? Вы не добьетесь этого в частном институте, там, закрытой аспирантуры и прочее. Только рок, блядь, только дальше рок, и только тогда. Такие стены, такой кальян, такой барабан, все будут у вас. 10 минут, 10 минут, все плохо. Ну что у нас здесь? На самом деле Майк тут мастерски всех обыгрывает. Ну не надо прям так. Да, но тем не менее ты проиграл 2 раза, чудо выиграл, и пока проигрывает. Я 2 раза проиграл, я 1 раз проиграл. 2 раза. 1 раз. Что-то мне подсказывает, что Аникей может выиграть. Какая, бля, река течет на
О чем она поет? Выскажи свое мнение, пожалуйста. О чем? О дубах колдуна. О чем? О дубах колдуна. Дубы колдуны охуели, я считаю, на самом деле. Как ты считаешь? Майк. Дубы колдуны. Майк, нет. Ну давайте забейте кто-нибудь, ебаный год. Мы все надеемся на победу нашего несменного, блядь, лидера. Вовы Путина? Он уже победил. Вова Путин сыграл бы лучше. Мы приехали Чубокса, Чубашка. Короче, республика Чуваши. Впервые мы будем полным составом играть в Чебоксары. Проехали. Мы приехали в Чебоксары. Город, в котором я был уже много раз, но парни еще не были и не играли. А, ты играл, да? Не, я играл. Но не был. Оговорился. Вот, очень красивый и клевый город. Я думаю, завтра мы его посмотрим. Я купил магнит. Май, ты купил магнит? Да, я тоже купил магнит. Какой магазин? Всё. Ладно. Тонкая шутка, ты не видишь. Тонкая, как его хер, поехали. Нас заселили в клёвое местечко, это типа хостел около квартиры. Сегодня с нами будут жить еще какие-то итальянцы. Да. Но я-то не играю, отбываем. Так что, возможно, Илюх уйдет к ним в группу, когда переоденется в Леонте. Я думаю, они переоденутся в Илюк. Может, просто отожмет у них пару вещей. А возможно, завтра мы будем выступать как глэм-рокеры. Да. Тут куча у нас, и, конечно. Так, ну, у нас наш. Я еще со времен молекул помню, что мы напили местную настойку. Сейчас. Поэтому мы купили местные настойки на пробу всем остальным. Просто скажи, как она называется, я ничего не помню. Парне. Пей, если есть лаве. Так. Угу. Парне. А это Никитос. Он следит за нами всеми, чтобы мы не разбежались и не распались как банда. Чтобы мы не расхуяли из прошлого. Да. Зиман готовит. Я готовлюсь. Ладно. Александр, пожелай всем спокойной ночи. Для новых вам боев и сладких снов. Давайте встречаться не только по e-mail, но и за рубежом. Да. Все хозяйки от этого рецепта охуеют, а некоторые даже ебанутся. Я тебя породил, я тебя и убью. Бульбашир готов, блядь. Блядь, да что ты нахуй, блядь, ты на помову не бачишь, блядь. Пока вы не знаете, вам объясню. Мы сейчас в подписке просто в Чебоксарах, и мы на подписке с итальянской группой Бангао. У нас концерт завтра, он был сегодня, и мы вот познакомились с итальянскими парнями, просто общаемся, короче. Белозерский. White Lake City. White Lake City. In English, this will be White Lake City. Okay. White Lake City. Okay. In Russian. White Lake City. Yes. In Russian, it will be Белозерский. Белозерский. Да. Yes. White Lake City. Okay. Yeah, and this band comes... Kassinski Zayebis. Yeah. Guys, guys, your band is sounds very good, you know? It's professional. Thanks. Your video is professional video. Thanks, man. Sounds very good, you know? Sha-sha-sha-sha-sha-sha. Yeah, that's the chair. Yeah. Бля, Илюша заебал. Не-не-не, Илья. He's lying to me. Ага, окей. Бразер, сука, как будто фильм «Брат 2» смотрю сейчас просто. We'll be right back.
самый лучший просто. Знаешь ли ты, вдоль ты дорог шла босиком, не жалея, но сердце его теперь в твоих руках, не поднимай его. Короче, я вот что понял. У нас нет ни одного видео с Йошкар-Олы, потому что у нас закончились все карты памяти. Но, блять, было аху, мать его, Йенна, да? Угу. Вообще. Crazy Rock Show, motherfucker. Вот ты видел из зала, скажи. Да. Короче, реально было крутейшее рок-шоу. Мы схватили как сучки просто. Все отрывались там, сшибали микрофоны и все такое. Вот, сшибали микрофоны, заливали там, блядь, гитарные примочки. Вообще было полное наше, короче, был крутой концерт. И как всегда, наши все друзья, Йошкар-Ола вообще принимают круто, все круто. Это лучший концерт тура пока, точно. Костян. Да, я бухой, чё. Как ты смог организовать такой пиздатый концерт? Если я бухой. Напечатал, короче... Ты прикинь, я ебанулся, блядь. Напечатал 1000 афиш, мы пиздюки. Как это, как Саша говорит, короче, мы пиздюки, мы косашки, мы все умыли, короче, блядь. Костян, это рэп, машина, что ли? Вот. Главный признак того, что было охуенно, для того, что сегодня кому-то плохо. Ругается что-то из нее. Короче, даже до наших пиздюков доебались гопники. Я сижу дома, короче, мне звонит чувак, который там отдал афиши. Я отдал чуваку, которому 19 лет. Он отдал чувакам, которым 16 лет, клеить афиши, короче. Они, сука, клеили по, блядь, получается, по 20 афиш на один столб, короче. Звонят, на них доебались гопота, короче, блядь. То, что, блядь, хули вы клеите афиши, блядь, пиздец. Ёбаные неферы, блядь. Секрет успешного концерта. Да. Короче, было охуенно.